Всем привет! Продолжаем гулять по моему городу, Петербургу. Верейская, 11. Доходный дом Балаева. Архитекторы Баниги. Год постройки 1114. Стиль неоклассицизм. Я пользуюсь сайтом City Walls. Доходный дом Балаева. 1914. Архитектор Баниги Сергей Владимирович. 1978 капитальный ремонт по данным управляющей компании. В этом доме жили поэт Рождественский, 1132-1937 год, 1924-1929 артист Ленинградского театра драмы имени Пушкина Чесноков. В квартире номер 9 жила Викторова Евгения Сергеевна, 1893 года рождения. Специалист в области экономической географии и статистики, сельского хозяйства, библиограф. Блокаду зачислено в публичную библиотеку. Вскоре стал заведующий, крупнейший специалист по исследованию памятных книжек Российской империи. В 1957 ушла на пенсию. Награждена медалями за оборону Ленинграда за доблестный труд в Великой Отечественной войне. По информации главного исследователя жизни и творчества Викторовой Балацкой, исследовательница была затравлена соседями по коммунальной квартире и утопилась в фонтанке. Вот такие данные я нашел на сайте City Walls по дому номер 11, улица Верейская, доходный дом Балаева. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.